Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия на канале Недован. Всем огромное спасибо, что смотрите старые видосики, ставите лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Итак, друзья, сегодня 14 февраля, солнце, зима, снег, просто идеальнейшая погода для подарка цветов моей супруги. Я сейчас собираюсь поехать за цветами для жены и для моей маленькой девочки. Она немножко приболела и хочу ей поднять настроение. И нужно в блог добавить немного романтики. Так, все, я купил цветочки, игрушечки для своих любимых девочек в подарок на 14 февраля. И сейчас мне нужно заехать в другой магазин, чтобы сделать подготовку к одному очень важному событию. А это событие вы узнаете в следующей серии. Нам нужны памперсы. Теперь я все точно купил, направляемся домой, сейчас будем дарить подарочки. Ребята, вы знали то, что снова 2019 года парковка стала теперь не 15 минут можно постоять, а 5 минут. И стоимость не 3000 рублей, а 5000 рублей. Это же просто жесть, ну куда нафиг? Сейчас припарковался, думал на 5 минут, а на самом деле на 35 минут. Короче, я купил жене подарок. Я думаю, это прикольно выглядит. Зацените. Как вам? А? Мне очень понравилось. Я только видел такое в Инстаграме, и это очень дорого стоило. Ну, сейчас это стоит немножко дешевле. Надеюсь, моей супруге понравится подарочек. Ты, Саш, от тебе цветочки. Застеснялась, что ли? А, он не настоящий, что ли? Или как? Настоящий. Спасибо. Но это не цветы, да? Ну, как цветы, ну, только ручной работы. Это не живые, да, цветы? Ну, да. Да? Да. Но все равно ты меня бесишь. А что я тебе без шуток? Что я тебе без шуток? Да развязывай, развязывай. Саш, смотри, какой Мишка, да? Мишка, Саш. Саш, смотри, Саш. Какой, да? Медведь. Спасибо. Че, бешу до сих пор? Да. Обнимай давай, Мишку. Как ты будешь обнимать? Давай, обнимай. Ой, Мишка, обнимай. Мишку, Мишка, да? Прикольно. Thank you.